снег насыпал. Резина зимняя очень далеко у мамы на даче. Как он сейчас доберется, я не знаю. Палку тоже он потерял, который снег чистит. Чистит, я не знаю, чем, голыми руками. Боже, просто горе. Снег голыми руками, летняя резина и длинная-длинная дорога до зимней резины. Это что-то. Я ему с собой иконку в дорогу дала, чтобы он доехал. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Еще вчера с сыном гулял везде. Была листва желтая, мы с ним в листве игрались. Слышите, как братва общается? А хотите, покажу, сколько их там? Вот они сидят. Чё замолчали? Парни. Чирик-чирик-чирик-чирик. А сегодня смотрите, что выпал снег, листва опала. И воробьи, смотрите, куда переместились. Вот они все. У-у-у, братва! Вот они. Привет, смотрите, как их тут много. Снегопад, гололед. У меня летняя резина. Зимняя на даче. Сейчас поеду. Господи, Боже мой. Спаси и сохрани. В этом здании я в свое время учился. На заводе на этом отрабатывал практику, но все, это теперь не завод. Завод развалили, обокрали. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3 куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Теперь это жилой комплекс. Так, давай, лезь, лезь. Короче, Москва, как всегда. Здесь, как всегда, пробка, смотрите. Капитальная просто. Время у нас 5. Это, ребят, у нас люберцы. Вечный ремонт здесь. Ну, пару лет уже точно. Сейчас покажу вам, как это место выглядит днем. Пушки, смотрите, стоят, нацелены. А знаете, куда они стреляют? Вон они, куда стреляют. Все обстреляли, уничтожили. Это вам не Мариуполь. Печально известный уже. Уже печально известный Азовсталью. Это люберцы. Смотрите, а? Но пробки нет, слава богу, в Подмосковье. Все что-то в Москву ломятся. Тут мне повезло. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. Я тут разгребу чуть-чуть и в Москву. Итак, ребят, почти приехали. Дрифтер из меня никакой. Но на летней резине, думаю, что-то должно получиться. Так, осторожно, никого не сбить. Какая-то шляпа. О, моргает, моргает, моргает.
Не, просто буксует, не едет. Ну вот так вот. Чуть-чуть попробовал. Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Одно дело ехать по московской дороге, где посыпают. Вот. И совсем уж другое дело по деревенской. Смотрите, сейчас на газ надавлю. Видите, что происходит? Здесь, если почистили, то уже спасибо, как говорится. Так что давайте, ребята, не дурите, переобувайте свои машины, не рискуйте. Запросто можно в кювете оказаться. Видите, стабилизация моргает. Смотрите, какой прикол. Я даже к дому подъехать не могу. Задом. Ну-ка. Видели? Вот так вот здесь, в деревне. А давайте-ка попробуем стабилизацию отключить. Ну-ка. Задняя. О, совсем другое дело. Кнопочка-то работает, ребят. Вот. Если что, вот как в Е90 отключается стабилизация. Кто не знал. Загорается вот такая штуковина. И все. ДТЦ. Я очень рано просыпаюсь. Это старая привычка. С петухами? А, снега выпало-то за ночь, ребят. А я все еще не переобулся. Лето. Летняя резина. О, срочно в шиномонтажку. Попытка номер два. Машину переобую, а вот уехать из-за них. Вот из-за них. Не смогу. Страховки нет. Гаишники стоят. Вон там. В очень хитром месте. Знаете почему? Потому что объехать их здесь невозможно. Если бы они стояли где-нибудь вон там, можно было бы объехать через поселок, как вот это BMW. Выехать и все. А там вот они стоят и, короче... Ну, в основном они ловят, конечно, алкашей. Их больше алкаши интересуют. Но думаю, за то, что я без страховки, по головке меня тоже не погладят. Собакин. Так, ребят, прежде чем переобуть лето, давайте все-таки попробуем. Отключаем стабу. Загорелась. Дубль 2. Вчера не получилось. Я не знал, как она отключается. О! Мамкин дрифтер. А? Как вам? Ну, получше, да, уже? Опять ничего не получается. Все, и на шиномонтаж. Шиповочку. Все, шиномонтаж я был. Ну вот, совсем другое дело, ребят, на шипах. Куда уверенней. Ну-ка, оттормаживается как нормально. О, оттормаживается тоже хорошо. Кто не переобулся, бегом, ребята, бегом. Это безопасность. Прежде всего, ваша жизнь.
увидел Mitsubishi Jeep Outlander и вспомнил до жути экономную бабищу, которая и зимой, и летом ездила на летней резине. Ну ты пёсель вообще. Слушай, ну ты, конечно, наглый, я тебе скажу, наглый. А вот. Я как-то с ней прокатился. Швыряет по дороге, короче, вообще. Ну страшно реально ехать. Я ей говорю, слушай, а почему ты не переобуешься? А зачем? Грузовики ведь не перебывают. Это же вот масса. На такой массе, я думаю, говорит, вряд ли улечу куда-то. Дебилка, одним словом. Я у мамы принцесса. Слышите звук? Блин, что это? Напишите в комментариях. Гур или что, или рейка? Слышите? Куда-то вот сюда выпало. Мам, вот сюда приклей, только ровненько. Ага. Все, это последний штришок, чтобы без проблем проехать. Не клеится? Ну все, все пропало. Не клеится. Все пропало, все пропало. Ну все, я никуда не еду. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Дискотека, дискотека, ребят, смотрите, что с фонарями происходит, а? Друзья скрестили пальчики. Вот он стоит. Вот урод. Нет? Нет, никого нет. Иху! Ой, все. Считайте, пронесло. Постоянно тут стоят. Ну, я вам уже говорил. Сломался. О! Чем больше машина, тем больше проблем. Красиво, да? Сталинская высотка. Вот, умели же строить. А вот и набережная. Кремль. Так, фокусируйся, во. Много вам ночной Москвы, ребят. Красотища. Обожаю Москву, на самом деле. О! Мост. Точнее, даже не мост, а больше смотровая, наверное. Вот так вот. Поблагодарить. И вот Кремль, Кремль у нас. Впереди. А? Как вам? Смотрите. Стекло у меня, правда, грязное, ребят. Дворники что-то уже не справляются. Надо менять, наверное. Ну, вот. Москвичам не интересно, а вот остальным, смотрите. Очень красиво. Вон там, видите, пар идет. Это вот какой-то завод в центре Москвы. Там огромные-огромные трубы. Красиво и интересно.
Даже мне, москвичу. А вот вам Кремль поближе. Тут же автозаки. Непонятно зачем. На всякий случай, судя по всему. Кремль, Кремль, ребята. Будьте в Москве, идите на экскурсию в Кремль. Не пожалеете, там реально интересная история. Вечно молодой, вечно пьяный. Вечно молодой. Красиво. А вон наш храм Христа Спасителя. Вот такая вот красотень. Moscow never sleep. Князю Владимиру памятник. Кто не знает. Его, кстати, не так давно и поставили. Вот пост номер один. Как-то нас на нем тормозили утром рано. Вот так, немножечко ночной Москвы. Минин и Пожарский. Видели, да? Так, вот здесь вот надо осторожней. Здесь, блин, всегда такая куча мала. Все, ребят, давайте увидимся около дома. Боюсь, сейчас просто влеплюсь в кого-нибудь. Повторяюсь, я сегодня без страховки. Это будет ай-яй-яй. Это мне не нужно. Вот вам вторая величественная высотка. Кто не в курсе, это гостиница «Украина». Надеюсь, не переименуют. Это будет совсем уже шизофрения. Красиво, да? Смотрите, как подсвечивается. Ну что, друзья, почти приехали. Через 5 минут буду дома. Всем спасибо за просмотр. Бонусом вам покажу, как убрать вот эту ошибку. Датчик давления шин. Смотрите. Находим его. Вот он. Reset. Зажимаете вот эту кнопочку сбоку на Е90. Ну, вы знаете, что я вам буду тут. Просто зажимаете ее пальцем. Так. Вот так держим. Ну. Погасай. Все. До свидания. Чек. Чек ок.